Всем зрителям, подписчикам привет. Приехали на монтаж. Будем строить теплицу Легенда 3×4. Цельная дверь, форточка в торце, стеновая форточка. Пока разложились. Готовимся и начинаем сборку. Каркас установили, закрепили к основанию, выровняли по уровню, закрепили стеновые панели. Установили переливы. Сейчас будем крыть крышу, докручивать стены. И останется нам система подвязки и дверь с форточкой зашить. Пол работы сделано. Осталось еще половина где-то. Что за монтаж? Напоминаю, строили сегодня теплицу Легенда 3×4 на брусье. Цельная дверь с одного торца, форточка торцевая с другой стороны. Также имеется стеновая фрамуга, система подвязки, три нитки. Брус 100 на 150, обработан, закреплен к земле с помощью якорей. Также у нас есть диагональные усилители, которые усиливают каркас. Каркас из трубы 40 на 40, покрашен полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Такая относительно компактная, но очень прочная и надежная, а главное объемная теплица у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.